Я закончила наш индустриальный колледж. На самом деле я не знала, что это, когда я поступала. Мне так понравилось, что я получила красный диплом и решила попробовать себя в этой должности. На самом деле все важно, и не только физический труд, но и внимательность, и умственный труд. Нужно думать, знать и понимать, что ты делаешь.